член. Я снова член. А, я опять член, капец, у меня членский какой-то выпуск. Ага. Всем привет. Добро пожаловать в новое космическое приключение вместе с Витьком и ребятами. Привет. Привет всем. Вот они все. Привет, Витьку, привет. Они тут за ящиком прятались и за чатиком сразу, да. Играем в Among Us снова. В горлосе, в дискорде, как обычно, весело. Сегодня у нас девушка даже есть. Что значит даже? Потому что в прошлый раз не было, мы скучали без девчонок. А еще у нас есть Тимурыч. Ха-ха-ха. Я девушка с сюрпризом. Главное, чтобы не подвезло девушек, знаешь. Сюрприз заключается, что через 2 часа мне будет 20. Фига себе. Ребята, теперь понятно, почему у тебя такой конус на голове. Ты готовишься к празднику. Да, будем убивать всех, будет весело. Ну что, давайте начинать. Поехали, в общем, выключаем микрофончики. И погнали, начнется кровопролитие, да. Мы все умрем, бежим. Ура! Ура! Я член. Окей, погнали. Ой, что это такое? Так, я сгрузил мусор. О, сейчас меня как зарежут. Так, надо это оставить, чтобы всем показать, что я могу мусор выкинуть, наверное. Если вдруг я... Что Тимур здесь делает, а? Он может быть убийцей, кстати. О, ну, Дио. Тимур, Дио. Все здесь. Страшно. Ну, вроде бы меня не зарезали пока. Нац, орешки бегает. А, черт, где это? Оп. А вот короче, и это Макалорс. Он передо мной убил, это Макалорс. Как ты мог, Макалорс? А кто это говорит? Я захожу в комнату. Это я. Так, да, Дио говорит. Ты нашел, да? Да, я нашел, там Макалорс прям передо мной убил. Я Макалорс, что скажешь? Что скажешь свою защиту? Я ничего не видел. Самая глупая отмазка, которую только можно было придумать. Бегал. Я ничего не видел. Меня вообще рядом не было. Я выкидывал мусор. Так, ребят, я, кстати... Как карту открывать? Я точно не убийца, я могу вам показать, я могу выкинуть мусор. Давайте. Я могу выкинуть мусор. Выкинуть мусор я могу. Ну, я с анимацией сделаю это. Поднимал щиты и побежал в столовую поднимать мусор. У нас пока до конца голосования еще 80 секунд, можно обсудить, пока не все еще проголосовали, что... Кто куда объясняю, ходил? Я 100% не виновен. У меня есть карта, я у меня есть мусор. Пошел в столовую. Я не виновен, потому что я сообщил о трупе. Ну это не факт еще. Ну это да, это не факт. Все, молчание, радиомолчание. Такой ржач. Ну Макалорс спалился. Быстро. Так. Все, я выбросил мусор. Я людям показал, что я умею выбрасывать мусор. Ха-ха-ха. А еще я могу карточки проводить. Ха-ха-ха. Все. Так, а кто второй, интересно? Может ли он затащить? Не, я не побегу. Мне слишком далеко. А мы можем зафейлить, и если не сделать задание, то все, типа, можем поиграть. Что у меня столько заданий в одном месте, прикольно. Ну, а чтобы меня не зачекерили. Что, там никто не побежал? Не, вроде бы все исправили. Фух.
Так, загружай. Ой, кто-то прибежал. Так. О, тут целая орда прибежала. Интересно, а Дио мог своего же взять и подставить сразу вот так? Ну, мне кажется, это слишком жестоко было. Оба, она, а что так много? А, все, это выкинь. Тимур, где ты его нашел? Я нашел между комнатой реактора и охраны. У меня есть подозрение небольшое. У кого скин с рожками? Кто-нибудь помнит, у кого есть скин с рожками? У меня бандана. Я не знаю. У меня с яйцом. В общем, кто-то темный пробегал мимо, и мне кажется, ну, когда отключили кислород, он не бежал вообще, ну, в нужную сторону, в общем. Он побежал куда-то налево, и как раз, мне кажется... Здесь два темных. У меня такое ощущение... У меня такое ощущение, что ты Тимурыч, я не уверена. Я сейчас вот только вот, смотри, я сейчас вот именно пробегал по щитовой, решил, дай зайду в реактор, там тоже что-то пробегал, это было задание. У меня только сейчас остался я нашел внутрь, я могу его... именно между реактором и комнатой охраны. У меня там не было, я поэтому, я своим делами занимался. И, кстати, я вот заметил, когда я оттуда бежал, мимо меня прибежал как раз вот Егор. Но я там через. Мне кажется, это Егор, через... реально. Егор за мной бежал, мне было страшно. Вы кем Егора? Страшно. Мне имя Егор не нравится. Давайте его кифим. Я с самого начала мусор выкинул. Там меня три человека видело, как я его выкидывал, так что. Да, я видел. Я думал, ты меня убить хочешь, блин, бегал со мной. Знаете, почему нам нужно выкинуть Егора? У него числа в никнейме. Это говорит о многом все. Я голосую за него. У него есть число 3. А 3 это иллюминати. А Егор, а что ты скажешь свое оправдание? Где ты был? Я реактор чинил. Чинил реактор, а потом зарезал, да, кого-то? Перекресток между реактором и охраной. Ты как раз там и пробегал. Ну давайте попробуем, ладно. До связи. Ты предатель. Сейчас узнаем. А, вот и все, доиграли. Ну, это были не рожки, но шляпка все равно, да, было у меня. Что-то как-то легко. Как-то ни о чем. Ну, Макалор спалился. Макалор спалился слишком. Вот Егорка просто случайно попался, так что и у меня пробежал как раз. Мне не повезло просто. Надо было в вентиляцию нырять. За предателей действительно сложно играть. Ну давайте, ну, ладно, еще одну. Говорили. Это быстрая катка получилась. Давай еще одну. Ну да, что-то быстро. Так, мы решили, значит, пойти на вторую карту, еще разок открыть ее, посмотреть. Ее никто не знает толком. Поэтому, let's go, готовы? Готовы. Да. Старт. 5, 4, 3, 2, 1, поехали. Молчание ягнят. Я снова член! А! Опа. Стоп, а почему это не та карта? Я другую ставил карту вроде бы, не? Ну давай переиграем, если ты хочешь. Ну ладно, ладно, давайте на этой. Я вроде ставил другую карту. А, сейчас повеселимся. А! Блин. Страшно. Что ты? Там это, при входе труп, короче, в эту фигню обеззараживаешь. При входе куда? Кстати, да. В обеззараживающем? Где руки прикладывали только что? Там все сошли, кто-то сзади убил. При входе в реактор, короче, сразу вот мы вышли, сделали, вы заметили труп. Я видел, как Егорка бежал оттуда. Откуда вы? Опа, опять Егорка? С той стороны. Да, зритель, может он там таск выполнял, но... Смотрите, кто прикладывал...
Кто руки прикладывал? Я приложил руку, и кто-то еще там второй. Там Тимурыч был, руку. И кто еще? Я был. Я, Витек я был. Я прикладывал. Витек именно. Прикладывал. Я не успел. Да. Так, Илюха вроде тоже с нами был там, в этой комнате я в реакторе. Ну, получается, и Егор. Егор, получается. Или Макалорс. Макалорс был? Я одно задание выполнил пока что. Там связано как будто это сканер, где показывают, где кто. Рядом со мной. Ладно. Кого не было? Не было Корн? Сам не было. Задание, да. Прежде чем запустился реактор, я сразу туда же первый побежал. Там больше кроме меня никого не было, потом вы побежали. Это кто сейчас говорил? Тимурыч говорил, что он первый туда прибежал. Да, я видел. А Корна не было и сам не было. Вот Корна не было, да, я говорю. Кого не было там? Я не видел там Егора, Корна и сам не был. Олежа не было. Олежа с нами был, нет там? Нет, Олежа там не было. Я запустил длинный квест, который с диагностикой корабля. Я пошла, после того, как реактор заработал, я побежала наверх, но из-за стрелочки, которую показывала, я перепутала, потом вниз пошла. Мы с кем-то там пересеклись на этом. А с кем? На развилке. Я макал. А с кем? Я могу. Я с кем пересеклись с тобой? Ну вот, мы с Макалорсом пересеклись, я пошла туда, но вы выключили реактор, поэтому я побежала вниз. Ну, так что делаем-то? Ну, пробуем, пока нет. Давайте скип. Ладно, скип. Егорка под подозрением. Надо сделать. Что надо сделать? B1. А, вот это вот. A4. И все такие побежали наверх. Тимурыч точно свой. Что-то себе бегаю, что-то делаю. Но это слишком мелкая карта. Слишком маленькая карта. Я тогда случайно победил, когда тогда играли. Какой кот-то? А, вот он. Это что такое? Листики выкинуть. Жесть. Прикольное задание. Ну и что, неужели ни одного трупа нету? Оу. Это Корн. Туда объясняю. Да, конечно. В реактор. Конечно. Да, и я... Да. Короче, в реакторе зашли Корн. Я не заходил с ними, потому что в той обеззараживающей фигне очень легко убивать. Потом зашел Егор туда. И я захожу третий, и Егор уже трупом валяется. А так. Корн живая, ходит, не сообщает да, о трупе. Конечно, Дил вам в рот, это он в лес. Все, да. Все. Ты действительно девушка с сюрпризом, оказывается. Именно я успел первым сообщить о трупе, да. Если что, мы Дил потом выкинем, не волнуйся. Все, давайте, если она не... Да, если Дил, то не я. Пока других вариантов нет. Все, попалось. Всё, нет, давай, это давай. Ты попался. Все, девкам слова не давали. Ой, что, извиняюсь. А вот ты был там. Да. Сейчас узнаем. Я не уверен. Давайте, голосуй, сейчас. Поверьте мне. Тимур, за Дио голосуй, так рад прикола. Эй, вы думали, я никогда не вру. У меня... Вы думали, я голосую за Корн? Нет, я голосую за Дио. Вы думали, это многоходовочка, а вы ошибались. Это был я, Дио. Не понял? Сейчас проверим. Сейчас мы все узнаем. А второй это Олежа, потому что он скипнул, походу. Сказал, я не уверен. Все.
Так, а что, свет вырубился? Ой, страшно. А где свет чинят? А все уже починили. Второй говорит, Олежа. Так, мне не туда, мне в реактор надо. Так, заходим. Ну это так сложно, слишком сложная карта для... И всех сюда, смотри, присосались. Все, я все выполнил. Так, теперь нужно Олежу найти, да, где-нибудь? А, чуваки, вы меня оставили на один с Макалорсом, а вдруг он убийца? Хотя слишком долго стоит и нифига не делает, уже бы убил бы меня давным-давно. Взрыв реактора обратно. Ну точно, смотри, мы все бегаем, что-то делаем, не хватает только Олежи. Кого еще нету? Ну, слишком маленькая карта. Так. В реакторе пропал, в раздевалке появился, смотри. А почему в лаборатории сейчас пропал? В медпункте. Опять лаборатория. Раздевалка. Как так-то? Так это возможно, что так прыгает кто-то? Так, в лаборатории второй появился. И все пропали, один остался. И побежал сюда, в обеззараживалку. Походил в лаборатории труп. Пошли смотреть. Нет, это он! Я знал, что это он. А-а-а! Сейчас, если в лаборатории труп, это точно он. Ой, темно. Ну, точняк. Ну все, я вычислил, это Олежа. А, я же говорил, я сыщик, я прирожденный сыщик. У меня мама была сыщиком, у меня отец был сыщиком. Так, выкладывай свои профы. Давай. Я сидел, наблюдал за количеством золотых человечков вообще. Видел, что в лабораторию было два, потом остался один. И мы все, вот все остальные, вот мы все вчетвером, другие остальные, все тусили вот как раз вместе там около того, той штуки. А только тебя там не было. Так что это я ты. Я сканировался. Ваши последние слова. Витя, сыграй в The Hex. На смертном Андре. Но это слишком сложная карта. Здесь нужно троих предателей. Здесь нужно троих предателей на этой карте. Она слишком маленькая. Давайте, голосуем за Лежу и все. Заканчиваем, прикончим его. Давай, мочи его. На, выкидывай в космос его. Кончаем Олежу. Стой. Выходит, что это не он. Да кто это? Нет, но кто-то другой не мог быть уже. А как русский язык поставить, кстати говоря? Два твоих лучших художника оказались предателями. Не говори. С вас каждого по превьюхе. Знаешь, что самое обидное? Я, говорит, только М-ки ношу, эти XL тут. Маленький предатель. Тимурчик XL носит, он большой предатель. А у нас есть маленький предатель. Как английский? Ой, как русский язык поставить, я так и не понял. Да зачем он тебе? Настройка. Не, ну по факту да. Ладно, поехали. В общем, у вас теперь есть название для видео, если я буду предателем. Маленький предатель, да. Все, да, молчание. Я член! Где мы?
Так, все направо. Я со всеми, а налево кто побежал? Черненький? Нет, тут он вернулся. Все вместе побежали сюда. Так, Нац посмотрел на меня. Дью и Егор здесь тусят. О, я сканируюсь, я сканируюсь. Надеюсь, меня не убьют сразу по выходу. Ну, видимо, Нац не убийца, или что? Опс. А, где? Что? Так, где? Где? Макалорс, ты спалился. Нил. Кто спалился? Макалорс опять спалился? Опять? Опять Тимур чего нашел? Я выбегаю просто на улицу, кстати, который передо мной сразу труп Макалорс. Чисто передо мной попался Макалорс. Я могу сказать? Ну, конечно, ты можешь сказать. Так вот, говорю сразу, Витя не виновен. Я буквально зашел в медицинский пункт, заметил, он сканируется. Он да, я виновен. Сканировался. Все так и есть. На стриме все видели. Все видели, я тоже. Я на датчике видела жизни, что его буквально только-только убили, значит. Итак, значит, кто? Кто там был, значит, Тимурыч рядом? Макалорс был? Макалорс, как раз рядом со мной вот он и бегал. Давай, тестируем. Если я шел один, значит. Макалорс, что скажешь-то? Ну, давайте. Или ты опять скажешь, что тебя там не было? Случайно прошел мимо чисто. Нож выпал. Нож. И воткнулся в него случайно. Проверяем. Все, молчание ягнят. Булька. И. Красиво пошел. Ту-ту-ту-ту-ту. Что-то легко получается, да? Кто второй? Что это такое? Что это такое? О, боже мой. Что случилось? Я дико извиняюсь, но при голосовании я заметила, что Олежа проголосовал за другого человека, когда мы единогласно решили, что это Макалорс. Это не была шутка, мне кажется. Вы серьезно? Витя так сказал, да-да, я сканировался, это было подозрительно. Так, вот это гонево пошло. А сейчас вообще не непонятно. Мне сейчас... Я своими глазами видел, что Олежа, ты предатель? Да. Сейчас тебе так скажут. И что, нам теперь Олежу выкидывать? Смотри, он даже не отвирается. Не надо. Нет, ладно, он не предатель. Хорошо, извините за гонево. Отмена, скип. Точно? Точно. Ну, ладно, мы его проверим сейчас. Не очень точно. Но мы будем держать его, как говорится. Мы запишем его имя в черненький блокнотик. Так, когда записывают в черный блокнотик, его, скорее всего, убивают. Корн, так ли это? Так ли что? Ты специально вызвал экстренные... Да, потому что мне показалось, что это Олежа. Но я могу быть неправа, поэтому... Просто обсуждение. Просто хотелось поговорить. Настоящая девушка. О, смотрите, кто за меня проголосовал. Кто-то думает, что это я. Он, вот теперь точно он. Все. Да, молчание, давайте. Тихо, тихо, тихо. Кто это был? Кто черненький, серенький был? Тимурыч, кто? Нац? Нет, Нац не мог. Тимурыч вроде нормальный, да? Так, а как туда-то пройти? А, вот тут вот, да, вход? Не похоже, что надо, да? Но он бы меня давно прибил бы уже. А там Егор, сейчас посмотрим, вдруг там труп где-то. Так, куда мне тут? Нац вместе со мной ходит, смотри. Меня защищает.
Так. Олежа какой-то бежит. Корн. Корн Олежа, что ли, проверяет или что? Так, что-то все повырубалось. А, коммуникационный модуль, это не тут. Мы втроем бегаем, я никого не вижу, врагов нету. Так, Олежа с нами тут. Тимурыч, Олежа. Странно, Олежа пробежал, никого не убил. Либо он где-то уже завалил кого-то. А что они все вместе со мной бегают? А почему они не делают задания? А вот что мне надо сделать. Чиню проводку. Без регистрации и смс. Ну а НАЦ меня бы уже давным-давно пришлепнул бы, если бы мог. Поэтому... Опа. Наконец-то кого-то нашли. Я думаю, где же убийство? И мертв он на самом деле достаточно давно. Я не смогла так найти. Где было тело Олежа? Бегал я, значит, такой уже со всеми выполненными заданиями. Отдыхал. Захожу такой в то место, где эти штуки складывать надо в коробке. Простите, артефакт. Я умираю. И там черный валяется. Это ой, было это в лаборатории? Не очень корректно. И там валяется сон. Что валяется? Сом. Сом валяется, усатый. Сом. А это сын труп. Знаете, у меня почему-то подозрение на Тимурыча и Корн. Знаете? Смотрите, ну, сейчас объясню. Тимурыч, я уверен, что это девушка. Она бы меня убила, она постоянно за мной бегала. Корн, а, во время этого взрыва реактора, ну, когда там был этот саботаж, она, получается, стояла рядом со мной с Витей, и мне почему-то кажется, что если бы я отошел, она бы прибила Витю. Потом я как раз пошла к вам рядом, потому что я и боялась, кто там был, Егор, короче, один ходил. И я такая, блин, что-то видел, опасно. Да. Ну, если он тебя видел, это не значит, что ты не предатель. Это раз. Он еще проходил мимо меня. В общем, ну, НАЦ точно не предатель, потому что он бы меня уже давным-давно шлепнул. Потому что он вот как он как хвост за мной бегает и все. Смотрите, да, если прям хвостом, то допустим, то есть Витя нас исключение. Он вообще Олежа никак не вроде мог убить сам Сома. Я, кстати, Сома давно не видел, где он был вообще. Олежа был один, я бы его давно прихлопнул, понимаешь? Да, я с Олегом тоже. Нет, я и говорила, с Олегом я тоже давно бегала. В общем, остаются по факту Илюха и Тимурыч. Тимурыча я видела один раз, на камерах он был, но это было относительно давно, поэтому... Смотри, что я сейчас думаю, это скорее всего Тимурыч. Он, когда я ушел уже со всеми сделанными заданиями на главную базу, он пошел в ту сторону... Давай быстрее, 10 секунд, да? Так что я по факту Тимур. Мы голосуем за... Тимурыч. Я не уверен, что Тимурыч, я его встречал несколько раз, хотя... Не знаю. Не рядом был он меня вроде. Ну сейчас проверим. Сейчас проверим, и ладно. Не успел, ну, практически единогласно. Сорян, Тимурыч, если что. Бульк. Ходим парами, не разбиваемся. Ну вот я был не уверен насчет Тимурыча. Сильно не уверен. И я оказался прав. Мне кажется, что это все-таки или Илюха, или Егор. Потому что их я давно не видел. И они как-то там пробегали где-то там совсем давным-давно. Я выполнил задание. Так, а где находится управление? Да, надо в управлении же надо смотреть, кто где бегает.
Саботаж коммуникационного модуля. Господи, боже мой. Я эту карту нифига не знаю. Починили. Олежа, Корна и Люха тут как бы был, да? Но не факт. Егор еще не было. Такая тусня. А вот Егор прибежал. В принципе, вот мы все живые, да? Тут пробежали только что, все вместе были. Егор пытается убежать куда-то. Почините свет. Мне кажется, это Егор. Либо Илюха. Ну, Над точно нет, Олежа тоже вряд ли. Корн слишком много сделал, чтобы заложить первого. А, получается, либо Егор, либо Илюха. Ну и чего? А чё, задание никто не делает? Давай с Корн вместе бегать. Я все сделал, я не знаю. Олежа тоже все сделал. Нац, наверное, не сделал. Давай, Нац, иди, делай. Идем, смотрим, как Нац делает. Давай. Вы где? Вы где? Вы где? Вы где? Не оставляйте меня! Страшно! Я за трубку управления нашел. Олежа покинул игру. Нормально. Ну что это за игра такая? Нац, иди работай. Как ему сказать, чтобы он шел работал? Кто-то вот из них это убийца, вот идет за нами. Егор или Илюха? Ага. Мы теперь его чекерим, чтобы он все сделал, да? Жаба, кто-то все-таки не сделал все равно. Илюха понял безысходной ситуации. Я все выполнил. Илюха, ты все. Ну это все. До свидания. Ну это было. Я не знаю, Настя, ты что задание не делал, а? Вообще, я все сделал. Я бегаю, все сделал. Ты все стоишь рядом со мной. Я всего живого. Знаете, у меня такая тактика, я обоснаюсь всего живого. Двое ходят, я и Витя. И чем живее существо, тем больше я его боюсь. Так мы тебя защищаем, мы выполним. Да, мы же рядом с тобой ходим и входим. Мы ждали, пока ты начнешь что-то делать. Я начал выполнять задание, а тут вот друг нашли. Ну, Илюха, понял, что ты наконец начал выполнять задание? Блин, меня убили, потому что запалили, что я запалил, как из вентиляции выходит. Не одним вариантом, так другим. Чё, а что? Я вылетел. Как у вас там? Да. Весело. А кого я напоследок из заново я не увидел? Трое в живых. Меня. Вот кто вы после этого? Так, пойдемте на маленькую карту, но в три предателя. Попробуем, давайте. Давай. Готовы? Нет. Почему? Да. Потому что страшно. Ну ладно, все, поехали. Все, молчание. Привет! Нам конец! Прибудет с нами. Поздравляю предателей, остальным соболезную. Передаю привет. Три предателя.
поехали. А, я опять член, капец, у меня членский какой-то выпуск. Капец, такая орда бежит. Все вместе бегут. О, я один остался. Черт! 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 Черт, черт, как, почему он здесь был вообще, откуда он, а, он, может, из вентиляции выскочил, черт, точно, он же сюда не забегал. А прикиньте, у меня тут ворота открываются, хотя я призрак. А кто это забежал и не сказал, что я тут труп? Блин, вообще подстава, что тут делать-то надо? Я еще жив, я Витю убил, я сразу знаю, кто это. Я посмотрел уже, пока ты кто-то прыгал из мигпункта в раздевальню, потом с реактора сразу куда-то. Подозрение на Тимура. Ну то, что кто-то прыгал, это нам ничего не дает. Нет, да, то, что... на Тимура. Нам нужны... Я именно пока... Вот по... По карте именно видел, что кто-то из реактора сразу прыгал в мигпункт. Это было понятно, кто? Только мы не видим, кто и именно. Там просто, ну, типа там просто... Еще... Ладно, там давайте так. Тимурыч, кого ты видел? Кого-то видел до прибытия в реактор. Я лично такого не сделал. То, что я убил, бы сразу кинул так, бы... Сейчас, собрал. Давай по делу, Тимурыч. Ты нашел кого и где? Я нашел Дио именно в мигпункте. Медпункте. Ой, внизу. Окей. Там есть вентиляция. Кто я нашел? А, нет, он стой. Блин. Сон видит, наверху наш офис. Да, в офисе, да, вот слева от комнаты админа в офисе. Я нашел Дио там. Вот защита. А ты не проверял случаем? Стоп, еще раз, господи, медпункт. Меня кто? Меня... Кто где был? Еще раз. Смотрите, я... Я видел по карте, что именно прыгнули в офис. Меня Макалорс зарезал, да? Оттуда как раз выбежала вот ты. Макалорс убежал, да? Ты спали третью катку играет за убийцу. Да. Я была наверху вместе с ребятами у админки. А я шел наверх. И как раз забежал после того, как я стал проверять уже, кто оттуда именно с реактора в офис прыгнул. Я только вот тебя одну увидел. Так, а кто был у реактора? Кто-нибудь видел у людей? 10 секунд. Пацаны, да, реактора да, никого не было. Только ты оттуда прыгнул сразу в офис. Кто? Кто он? Закинь. Так. Подозрительный. Я говорю правду. Я так и видел. Так, ладно, как с этими воздушными шарами разобраться? А, нужно просто время, и все. Может быть, успеть по заданиям? Задание меньше сделали. Быстро. Да, это было относительно быстро. Я говорил. Блин. Больше не играть в три предателя. Я был в толпе. Я просто начал в компе что-то там делать, что-то скачивать. И меня убили. Я просто не видел. Я просто качал. Еще одно. Меня убили.
Что я вам сделал? Видимо, ты был в толпе предателей. Я вторую катку умираю первым. Она убежала с офиса после того, как он убежал. Кто меня убил? Вот кто... Кто этот очень хороший человек, кто меня убил? Макалорс, вот а ты... Макалорс, ты через решетку вылез на балкон, скажи честно. Ну вот самый первый ты меня там на балконе шлепнул, ты через решетку туда пришел или просто ногами? Нет, я пришел ножками и бежал. Эх. Ну вот, Макалорс третий раз был предателем, и он выиграл. Я же говорю, да вообще, Макалорс, везунчик. Ясно, что ты слишком быстро было. Я ни разу предателем не был. Четвертый раунд? Да это уже был четвертый. Не, все равно быстрые, но хорошие игры были. Я, к сожалению, ни разу предателем не побывал. Но... Не всегда, как говорится, предателем-то быть, да? А то я что-то зачастил в последнее время. Я вот говорю, я ни разу предателем не был. Маленького предателя не хватало. Это просто историческое событие, не предательский выпуск. Не говори. Зато я тоже не был предателем. Так и назову, предателем здесь не место. Видите, свой человек. А художники... Художественный фильм «Предательство». Да, художественное предательство. И знаешь, так кровью на стенке рисунок. Лол, Кек Чебурек пишут в чате. Витя Лол, да. Так, ладно. Надо заканчивать, ребят. Хоть это были маленькие, быстрые каточки, да, но все равно их было 4. 4? Мы даже успели порекламировать Кекс. Спасибо всем за игру. Давайте. Да-да-да, всем спасибо. Пока. Спасибо, да, ребят, за игру. Спасибо. Нормально, да, потестили то все 5-10. Лайки ставьте, в описании ссылочка на плейлист, на группу ВКонтакте, на список всех игр, в которые я играл, на телегу. В общем, все самое полезное, все в описании есть. Не забывайте штудировать. Ну а пока.